страшно. Мы же, я, например, на первом этаже живу. Если прогрызут, а там в любом случае не то, что прогрызут, где вот идет труба отопления, там все равно такие в полах дырки. Могут в квартиру забраться. У кого-то дети маленькие. Это всякую заразу же носят крысы. Вот и просто страшно жить.